Свинское веселье продолжается. Вслед за Свинтусом обычным настало время познакомить вас с его собратом – Свинтусом 3D. Внутри целый склад вкусных припасов и набор игральных костей для компании от 2 до 6 очень запасливых друзей. Смысл игры теперь такой. Вы набираете калории, забивая свои кладовые кукурузы, яблоками и прочими припасами. А противники-свинтусы и злобные хомяки-обжоры пытаются вас объесть. Кто первый накопит 7 одинаковых продуктов, тот и победитель. Здесь многое зависит не только от удачи, но и от стратегии. Выброшенный кубик могут забрать жадные хомяки, если выпала единица. В остальных случаях вы претендуете на какое-нибудь лакомство. А самому наблюдательному достанется обжорная карта. Надо лишь выполнить все ее условия, вернее, вовремя сообразить, что все необходимое для этого уже перед вами. Запасы исчезают с полок совсем как в советских магазинах. Только успевай урвать кусочек. Да, и самое главное. Ход начинает игрок с наименьшим весом. Вперед, в погоню за калориями! Спрашивайте в магазинах вашего города.